сильная заявка на победу в этой композиции, потому что очень интересное сочетание образов одарила музыка и посыл, который несет в себе текст. Поэтому начнем с первого образа, потом я расскажу о последующем образе и о том, как они, к какому интересному сочетанию они меня привели, а следовательно и нас, потому что я с вами поделюсь. Первый образ – это то, что ты видишь, знаете, или гадалку, или, ну, тут же может как бы шар преподнесен, поэтому мы видим или ведьму, или гадалку, или мага, да, который находится около шара и через него прорицает будущее, потому что он через него стремится увидеть то, что вне его постижения, то есть новые миры. Через этот шар видение снов, оттенки пространств, вечная благодать, чувство мощи, сияющий свет новых миров. То есть он прорицает пространство, то есть ищет новые познания, расширяет бесконечность своего постижения. То есть не просто даже будущее прорицает, а стремится через это прорицание расширить свой кругозор. И затем между этими припевами есть вот пояснение, к чему это приводит. То есть мы вот видим это прорицание. Затем я уже расскажу о втором образе, да. Первый посыл, ну даже не первый посыл, то есть здесь так интересно сделано, есть припев, потом раскрытие, что прорицается в этом шаре, да, и раскрытие тех помыслов, которые заложены в прорицателе, тех, кто его окружает. И вот это раскрытие, сейчас я вот зачитаю, комбинаты сфер и растущих систем. Далекая туманность в небесах, вселенная, в которую мы заглядываем, в эти бесконечные границы. То есть, он, вот почему отсюда и возникает второй образ, да, как будто он заглядывает в этот шар для того, чтобы получить четкие координаты движения. И поэтому маг, который находится над шаром, преобразуется в космический корабль, где есть вот шар, через который, как компас, смотрят пространство, которое не изучено, то есть прорицают непостижимое, чтобы двигаться в этом непостижимом дальше. И следующая строчка это утверждает. «Возьми меня за руку и наблюдай за этим светом, солнечные лучи, низвергающие ночь». То есть места, где законы, вот, которые нам привычны, работают иначе. Да, то есть мы видим солнце, которое извергает ночь. То есть темные лучи посылает, и при этом ты их воспринимаешь, как они что-то освещают. То есть получается, если такое возможно, значит, если мы сейчас находимся в пространстве, где, как говорят, бездна, да, то там бездна света. То есть свет, и вот в этом свете проявилась, выходит, червоточина, если исходить из наших представлений, что такое свет и что такое тьма, да, их сочетание, которое мы постигаем в реальном мире. А здесь иначе, то есть контраст, да, новое место, новое проявление. Запомни, где эти звезды расположены, найдем ли мы там наш знак. Отсюда и возникает, что это как вот такой шар, пронзающий пространство для того, чтобы в неизведанном неизведанной реальности, да, то есть, или тоже выходит в пространстве, иметь какой-то компас для движения. Почему это является компасом? Потому что они ищут знак, то есть они следуют по своей судьбе, да, то есть по направлению или нет. И для этого они вот такую систему координат обладают через этот шар. Почему я говорю, что я вернулся потом к первому образу? Если воспринять нашу планету не как мы привыкли, а как звездную звездолет, как звездный какой-то вот аппарат, который мчится во Вселенной,
и при этом мчится во Вселенной не как, знаете, отдельная структура, а как в разогнанной системе. Выходит, что вот как у нас ракеты бывают, первая ступень, вторая, то есть вроде она мчится, но она, ну не она мчит, а ее мчат. И получается, что мы в своей галактике в любом случае находимся в движении, потому что по теории Большого Взрыва все находится в движении, но мы не ощущаем, потому что мы как бы не пришло наше время покидать вот этот разгонный механизм, который мчит всю эту Солнечную систему, а мы вот как в этом звездолете, то есть находимся и тоже, получается, мчимся, но не ощущаем это в движении. И тогда, получается, все наши маги, предсказатели, прорицатели, они являются в какой-то степени такими же, в какой-то степени компасами, насколько они умеют этим пользоваться, как если бы это было прямолинейное движение, да, то есть не в таком своеобразном сочетании. И поэтому это было интересно увидеть сначала вот образ, как мы привыкли с точки зрения планеты изнутри, потом расширить его, увидеть звездолет, а потом осознать, что в какой-то степени наша планета для нас тоже является звездолетом, просто она движется в очень интересном сочетании структур, является просто частью этих структур, а мы вот в этом безопасном ядре находимся и тоже куда-то мчимся. И поэтому мы мчимся к чему-то непостижимому, да, и нам приходится прорицать вперед и в своей жизни, чтобы благодаря знакам осознавать, что мы идем по пути своей истинной судьбы, как бы она ни складывалась, это тот путь, который мы избрали, он ведет нас к поставленной истинной цели. Вот такие впечатления. Поэтому, да, сильный образ задала композиция, Александр. Иногда сложно просто передать, почему я и с ракетой сравнил, потому что я, ну, то есть получается, мы не задумываемся, что если мы уже пришли к выводу, что мы в движении, да, находимся, но мы же не ощущаем, что наша планета в движении находится. Ну, то есть она находится в движении, мы понимаем, но она находится внутри системы, где это движение сбалансировано. А сама-то эта система наша галактическая, она-то тоже движется к какой-то цели, да? Благодаря какой-то инерции, которую мы называем большим взрывом. Кто-то дал пинка, и мы мчим навстречу своей судьбе.